За 11 месяцев заполучили 11 домов. Вслед за руководителем муниципальной управляющей компании «Автозаводский», об этом мы рассказали накануне, отчитаться перед населением о проделанной за год работе решился через СМИ и директор МУК «Центральный». Большая часть жилфонда – новостройки, но есть и 4 дома постарше, жители которых сами вышли с инициативой сменить управляющую компанию с частной на муниципальную. Однако такой ход позволяет решить далеко не все текущие проблемы. В основном это у нас сегодня вопросы возникают в жилом фонде. Это дороговизна, конечно, коммунальных услуг. Мы настроены на то, чтобы минимизировать все потери в жилом фонде. И, конечно, чтобы платежи населения были более оптимальны и прозрачны. Сегодня обслуживаемая этой муниципальной компанией территория – это более 100 тысяч квадратных метров жилого фонда, 1500 людей, проживающих в 3-м, 9-м, 11-м и 42-м комплексах. Но Ильшат Гилязев уверен, что это не предел, и заявил, что «Центральный» готов принять под свое крыло любое количество домов, было бы желание у их жильцов.